Его не трогайте тоже. Не трогай. Он это покупал, не воровал. За деньги брал. Аферистам это делаете, да? Не, это аферизм. Вот, подделка документов делают. И что? Это же его собственность. Как вы имеете право? Где суд, где этот? Потому что деньги взяли судья. Судья деньги взял. А почему я должен судье говорить? Это вот вы, закон, вы должны это решать. Вот я непосредственно этот стоит, блин. Вот милиция для чего, если они поддельными документами? Ну-ка, принесите документы. Девушка, у нас тоже в документах есть, где у вас. У вас нету, девушка. Воскресенье, как могли вынести? Сейчас адвокат приедет, разберемся. Без его отсутствия, почему вы имущество вывозите? Незаконно. До этого пообещал закон сам, то, что он на водокачке работает, а если бы то этот участок должен был выдать. Ничего не законно, законного ничего нет. Отойдите. Против народа не сможете пойти все равно. Такой резонанс делает. Какой закон? Какой закон? Нету закона никакого. Нет. Дон, иди сюда. Адвокат приезжал, мы смотрели все документы. Закон ништяк, ответ, закон государства. Не трогай, ну, просто сады за пару денег. Сейчас отходим от этого. О том, чтобы приостановить, да, то есть снос жилища. Почему вы отказали? На основании чего был отказ? Жилище. На основании чего было отказано? В чем причина отказа ходатайства? Жена не является. Должником чего? Кого? Вы можете более подробно и внятно объяснить? Кто объяснит вам? Вы объясните? Вы можете подробно узнать у адвоката. Светофитович, энергетик. Сам расскажет. Светофитович, как песню снова? Давай.